шоу «Пусть говорят», в этой студии мы обсуждаем и не будем иметь истории, которых невозможно молчать. Несколько недель назад к нам в редакцию пришло вот такое письмо. Прошу рассказать в программе «Пусть говорят» историю одного человека. Они с девушкой уже долгое время любят друг друга, но не могут быть вместе, потому что он от рождения инвалид и весит 20 килограммов. Признаться честно, сначала мы подумали, что это опечатка, но когда узнали все подробности, поняли, что все написанное в письме правда, и сейчас вы увидите невероятную историю любви, которая поразила нас своей добротой, глубиной и искренностью, какой бы неправдоподобной эта история вам бы не показалась на первый взгляд. Давайте посмотрим. Я, наверное, об этом с самого детства не знал, что они там как все взрослые вот идут, хихикают, ну, молодежь в основном, хихикает там, пальцем тыкает. И часто за спиной слышу, что там, не дай бог, у меня дети такие родятся. Бабушки бывают часто за спиной, шепчутся в ту же жизнь, такому дал там, зачем это живет. Не он там, не она, а это. Да, то есть бесполое существо. Значит, я одно время копил деньги на киллер. Вот, работал, и, ну, это же 400 тысяч стоит, значит, открыть для себя киллера, но мысль такая была, как говорится, она была от меня, и отказаться, как ей предлагали. Очень многие врачи, когда установили мой диагноз, что открыть ребенка, она всегда говорила, что нет, какой бы он ни был, он всегда мой. И я от него не отвечу, да, воспитаю и вывешу, сколько бы он там ни прожил. Но я считаю, если ты прожил и ничего про себя не оставил, то человек как будто не существовал. Ну, я имею в виду своего ребенка, свою кровь. Просто других людей там будут дети потом. А их продолжение будет дальше идти. Если родители смогут в этом ребенке видеть их, своего сына, видеть во внуке или во внучке там. Ну, вот я всегда думал, что у меня может такой возможности не быть. И что меня как будто тут и не было. Всегда об этом боялся. Вот если я уйду, от меня ничего не останется, по сути, меня не было. Фантом. Григорию Прутову из Белгорода 24 года. Он даже в мыслях не допускал, что когда-нибудь его мечты о любви, семье и детях могут стать явью. С Анной из далекого казахстанского поселка Иртышск Гриша познакомился в интернете. Девушка сама вышла на него, написала, что увидела его глаза и влюбилась. Григорий долго боялся показать себя в полный рост, но затем рискнул. Аня не скрывает, что сначала для нее это было шоком, а потом, после переписки с Гришей, вдруг перестало иметь значение. Теперь тебя все слышат. Всем привет. Мы не можем друг без друга и дня прожить. Если я день с ним не поговорю, то значит, я не знаю, я не прожила день, все. Надеюсь, что мы с тобой скоро встретимся. Я так соскучилась, уже ужасно. Блин. Я очень тебя. Я так с нетерпением жду уже, когда я тебя увижу, так уже соскучилась ужасно. Очень тебя люблю, зайчик. Я тебя люблю. Я, как сказать, чувствовал, что где-то меня человек ждет. Я всегда в Яндексе сидел и писал запросы, делал, типа, ищу тебя, жду тебя. Вот, потому что мне казалось, что если я наберу эти слова в Яндексе, да, то высветится какой-нибудь текст, что кто-то где-то меня как будто ищет. Ну вот, а когда мы с Аней познакомились, я узнал случайным образом, что она точно так же поступала. Ну вот, я всегда говорила, Господи, ты видишь, говорю, я одинока, очень одинока. Я полюблю человека, даже если у него не будет руки или ноги. Пусть там, я не знаю, с любым каким-то увечьем, даже если он будет, я все равно буду его любить. Главное, чтобы это моя родная душа была. Я была очень счастлива в тот день, когда я получила от него письмо. Когда я зашла на сайт опять,
для людей с ограниченными возможностями, и увидела, что именно этот парень написал мне письмо. Каким-то образом он именно ко мне зашел, а я сначала зашла именно к нему, больше никому не зашла. Я видела только его анкету первую, хотя было много их там. Но вот именно он меня зацепил почему-то своим взглядом. До встречи с Григорием Анна была горько разочарована в мужчинах и любви. В своем классе в маленькой сельской школе она была единственной девочкой. Парни обзывали ее уродиной, издевались, а однажды чуть не надругались над ней всем классом. От унижения и горя Аня хотела уйти в монастырь. Были мысли о суициде. Когда появился Григорий, первое, что сделала девушка, чтобы понравиться ему, она сняла и послала ему клип о том, какая она есть. Я стала изгоем не только для моих одноклассников, но и для всех учащихся в школе, честно говоря. То отношение было такое ко мне. Отношение было ко мне как к тряпке. Как к человеку, который себя никогда не постоит, с которым можно делать все, что угодно. Когда закрыли в классе, они просто пытались там как-то раздеть, еще что-то там пытались как-то завалить там на парту. Там. Ну, я отбивалась как могла. Настолько вот эту душевную травму получила вот со школы, да, что она осталась вот по сей день. То мне сложно, я говорю, даже с мужчинами общаться мне очень сложно. 16 лет я просто влюбилась в одного мальчика очень сильно. Вот, а он потом меня опозорил перед всеми мальчиками, там, своими друзьями опозорил меня. Хотя я считала, что он нормальный мальчик. Сказал всем, что он со мной уже давно там переспал и все такое. Знаете, я много раз, когда хотела уйти из жизни, много раз. Ты нужна мне. Когда я к нему первый раз приехала на первую встречу, я села возле него, но я боялась. Она сидела рядом со мной и так на меня смотрела, как бы, осматривала меня всего. Я ей так говорю, ты так говоришь на меня. Смотрела с таким взглядом, говорю, как будто изучала. Она говорит, нет, говорит, просто я рада была тебя очень видеть. Сидела, смотрела в глаза, а потом просто заплакала. Мне показалось, что я ему не понравилась. Я смотрю, она немножко уже как бы плакать, что ли, начинает. Наверное, подумала, что не нравится мне, что я не делаю первые шаги. Я говорю, ты чего плачешь? Я тебе типа не нравлюсь. А я уже придумала, что все, наверное, я ему не нравлюсь. Я же не подумала о том, что он сам-то не может ко мне придвинуться как-то там, уже не может обнять еще что-то. А потом сидела, и я все ждала. Я же не могу сказать там, я такой человек просто скромный. Сам бы я не полез бы там целоваться, еще что-то, я все ждал. Думал, поцелует, не поцелует. Он мне потом говорит, Аня, говорит, я же не могу сам к тебе придвинуться, можно тебя поцеловать? А по скайпу мы заранее договорились, что если она приедет, ну, уже в отношениях были, но не видели живого. Я ей сказала, если ты приедешь, если хочешь поцеловать, то целуй. Я говорю, ты что, я не плачу, может, ты меня уже поцелуешь? Она, ты типа хочешь? Я говорю, конечно, хочу, я сижу, жду. Она меня поцеловала. Он меня любит вообще, какая я есть. Со всеми моими недостатками, с прыщами, со всеми делами. Честно говоря, даже не думал, что, как сказать, в физическом плане, что я могу с девушкой быть полноценным мужчиной. Я мечтаю о семье своей, собственно, создать свою семью, иметь ребенка. И я знал, что я как бы могу детей, иметь, что у меня, ну, извиняюсь за подробности, если бы помочь участие нет проблем. Я просто волновался, что у меня сердце слабое, что может не выдержать и еще что-нибудь. Но оказалось, что и сердце-то и вообще, в принципе, не напрягается. У меня все, то есть, все нормально, в принципе. Почему-то люди решили, раз он такой маленький, смотрится такой, знаете, неказистый, маленький, значит, у него, наверное, там вообще ничего нет. Что значит, детей он иметь не сможет. И как вообще от такого можно иметь детей? На самом деле все не так.
У него все прекрасно. Его природа, да, наградила нормальными данными. У нас все отлично и все хорошо. Нам ничего не мешает завести того же ребенка. Мешает только расстояние, мешает только, что мы не живем вместе. Мама Гриши, Татьяна Алексеевна, о личном счастье сына даже не мечтала. Всю свою жизнь она только и слышала, что еще год-два, и дни сына сочтены. Первое время для меня, конечно, был шок, когда поставили этот диагноз. И нам врачи все говорили: о, если он у вас доживет, ну, лет до трех, то это хорошо. Когда я приходила к врачам, ну, вместе с ним, заходила в кабинет, меня спрашивали, как он у вас еще живет. Мне говорили: ну, ты же медик, восприми это как должное. Но, тем не менее, 3 года прошло, потом нам сказали: ну, если доживет до 5 лет, то это хорошо. 5 лет мы прожили. Мы понимали всякую литературу. Мы кому только не обращались. Мы обращались и к экстрасенсам, и к профессорам, и к академикам. Никто ничего толком сказать не мог. В конечном итоге нам сказали: ну, если до 15 он доживет у вас, то это хорошо. Анна и Григорий уже 3 года вместе в интернет-сети. Перелет из Казахстана в Белгород длится 9 часов с пересадками и стоит немалых денег. Но влюбленные верят, что скоро они будут вместе. Анна планирует переехать из Казахстана к Григорию в Белгород. Мужчин в доме нет, мы с мамой вдвоем, поэтому стараюсь всю мужскую работу брать на себя. Берешь вот так вот, ставлю и поднимаю. Немножко не поднимается, что-то у меня здесь. Что скопать огород, что вот забор починить, дрова попилить, это все приходится делать. Одиноко, конечно, очень. Хотелось бы, конечно, чтобы нормальная семья была там. Чтобы все вместе жили. Хочу полностью ухаживать за ним, хочу готовить, хочу стирать, хочу кормить его. С ложки. Мне все это нравится делать. Я по-настоящему люблю этого человека. Нравится ухаживать за ним. Хочу, чтобы он был моим мужем. И когда мы друг у друга появились, мы задышали, зажили новой жизнью. Ему стало легче жить. Он почувствовал себя, наконец, полноценным человеком со мной. Даже когда мы вместе с ним, у него его боли какие-то не отступают и быстро проходят. Он для меня как ребенок, за которым нужно где-то ухаживать, помочь. Но, с другой стороны, он для меня мужчина. Мужчина с большой буквы, очень сильный мужчина, который может где-то и прикрикнуть, где-то и меня воспитать, где-то мне дать совет дельный. Знаешь, когда мы вдвоем, да, когда вот мы лежим, допустим, на диване в обнимку там друг другу, уткнемся на снова со мной и говорится, что со мной, говорит, так спокойно, говорит, вот несмотря на то, что я как бы сам физически ничего не могу, да, ни встать, ни сесть, она говорит, такое, говорит, спокойствие, как за каменной стеной. Она говорит, даже здоровый парень ей такое спокойствие не мог дать. Самое страшное – это не успеть, просто не успеть. Пожить вместе, не успеть родить ребенка, я просто боюсь. Не успеть чего-то. Очень хочу быть с ним. Уже поскорее. Хочу, как нормальная пара, просто быть рядом всегда. Тем, кто не верит, что Бог есть, я всегда буду говорить, что Бог есть. И я это знаю, на себе это испытала. А если Господь какие-то трудности посылает, это не значит, что он тебя не любит. Значит, это для чего-то нужно. Значит, это нужно для того, чтобы ты стал сильнее, крепче. Чтобы ты стал разбираться в жизни. Чтобы тебе в будущем было легче. Как сложно мне поверить в счастье, когда находишь, что искал. То каждый день я жду ненастья, потерю счастья и провал. Как сложно мне тебя принять, поверить, что ты существуешь. Что я могу тебя обнять, что нежно в губы поцелуешь. Как сложно верить в чудеса, что счастье будет рядом. Что я взгляну в твои глаза своим влюбленным взглядом.
Хочу с тобой я быть всегда. Твоя улыбка опьяняет. Твой разум, тело и душа мое сердечко покоряют. Оно окаменело без любви. И в счастье видеть ему сложно. Но для тебя в него открыты двери. Переступи через порог, ты осторожен. Ну что, хочу познакомить вас с главным героем нашего мини-документального фильма Григорием Прутовым. Он сегодня в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, 3 года переписки в интернете. А встреч сколько в общей сложности было? 3. 3 встречи? 3 встречи. И что каждый раз остается после этих встреч? Вот какие чувства, эмоции ваши? Великолепные. Это как полет на Луну и возврат на Землю обратно. Ну а какие-то мысли уже о том, как вот сделать ей предложение, расписаться? Думали уже про это? Да. Я уже делал о ней эти предложения. Но это было не очень красиво. Это было по скайпу, по интернету. Потому что другой возможности просто не было. Ну, она что сказала? Она сказала «да». Давайте не будем вас томить, потому что вы же догадываетесь, что Аня тоже прилетела на эту программу. И поэтому сегодня вы здесь уже, в этой обстановке, можете сделать это предложение уже лично. Поэтому встречаем вашу Аню. Не пугайся. Не пугайся. Что ты пугаешься? Как прошел перелет? О чем думали? О многом думала. Главное, что сказали твои родители? Что сказала мама, когда, скажем так, ты ей рассказала? Или она не знает? Почему? Она знает. Она знает сразу же, как мы только стали с ним общаться. Она была в курсе, что у меня появился парень. Гриша вот. И сразу же я сказала, какой он, как он выглядит, какая у него болезнь. Все. Ну, и как она отреагировала, что он не такой, как все? Спокойно. Главное, чтобы был человек хороший. Главное, чтобы мне было с ним хорошо. Она видела по мне, что глаза сияют, что мне хорошо с ним. Ну, Светлана Михайловна, так зовут маму, да. Она сегодня не смогла прилететь из Казахстана, но давайте послушаем, что она говорит маме. Я видела, что что-то не то. Вот парень был первый, она мне потом сказала, мама, мне с ним не о чем разговаривать. Я что не делаю, ему не нравится. Она и романтики такие шикарные делала, так комнату убирала, боже, что она только не делала. Он не понимает этого, обсмеивает все, он не понимал этого. Она потом с ним рассталась, кое-как рассталась. Потом она все говорила, мама, мне вот все равно, хоть какой он будет, без ног, без рук, знаешь, как будто бы чувствовал человек. Но он будет мой, он будет такой, как я. Ну, вот как вот, думать так будет, как я, все так будет. И так она и вышла. Вот этот парень ей повстречался. Вы замечательно фотографируете, нам рассказали. Увлекаюсь. И мы даже видели ваши фотографии. Кто это делал? Мне говорят, это Аня сама фотографирует. Давайте посмотрим. Что скажете?
Вы знаете, я могу сказать, что я потрясен и просто думаю, что это знаковая передача, потому что она дарит невероятную надежду всем. И я очень часто, и в моих спектаклях тоже это есть, я всегда говорю, что любовь, она не может быть по расчету. Это абсолютно на небесах что-то там соединяется, и это лишний раз доказывает, что никогда не надо отчаиваться, и надежда всегда должна быть. А Григорий, я просто могу сказать, вы философ. Потому что как бы некая даже такая философема, что без этой как бы истории непонятно, есть я здесь или нет, и что остается после человека. Это самое главное, что может быть. Ничто мы накопили, ничто мы накопили. Все равно с собой ничего не заберешь. Но вы не только фотографируете, вы шьете себе наряды, да? Несколько платьев, которые мы видим на фотографиях, это тоже ваших рук дело. Эмма, как тебе фотографии и наряды, которые делает Аня? Анечка, я просто даже, ты знаешь, я настолько счастлива, что я пришла сегодня на передачу и познакомлюсь с вами. Я тебе привезла фотоаппарат профессиональный, я знала, что фотографируешь, и знала, что тебе нужен фотоаппарат, поэтому он теперь у тебя есть. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Я буду рада видеть тебя у себя в ателье, в своей дизайнерской мастерской. Будем творить вместе. Буду счастлива просто. У тебя там просто сплошной праздник. Посмотри, какие костюмы. Таких на бразильском карнавале не встретишь. Какие костюмы я шила для новогодних балов, когда училась в лицее. Что-то осталось. А на кого училась? Я вообще училась на кондитера. Так ты еще и вкусно готовишь. Ну... Вкусно. Вкусно. Нет, я очень люблю. Ну, в общем, Грише во всем повезло. Давайте мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Далее, ребят, ждут сюрпризы. Не переключайте. Вы смотрите «Пусть говорят» сегодня в центре внимания. Невероятная история любви. Григорию Прутову из Белгорода 24 года. Он даже в мыслях не допускал, что когда-нибудь его мечты о любви, семье и детях могут стать явью. Я всегда думал, что у меня может такой возможности не быть. Если я уйду, от меня ничего не останется, по сути, у меня не было. Фантом. Ты нужна мне. С Анной из далекого казахстанского поселка Иртышск Гриша познакомился в интернете. Девушка сама вышла на него, написала, что увидела его глаза и влюбилась. Григорий долго боялся показать себя в полный рост, но затем рискнул. Аня не скрывает, что сначала для нее это было шоком, а потом после переписки с Гришей вдруг перестало иметь значение. Сейчас в эту студию хочу пригласить родителей Григория, которые сегодня тоже приехали на эту программу, чтобы еще раз увидеть Аню и поддержать вас. Татьяна Алексеевна и Геннадий Сергеевич Прутовы. Встречаем их. Во-первых, я хочу сказать вам, вот эти аплодисменты были даже не столько как слова «здравствуйте», а благодарность за то, что вы не оставили ребенка. И... А? Можно присоединиться? Вы знаете, мы здесь столько раз были на передачах, когда оставляют прекрасных, сильных, здоровых детей в интернатах, в детских домах. И то, что мы видели сегодня, это вызывает слезы уважения и благодарности, что вы вашу любовь таким образом распространили и на своего ребенка, и на всех детей, которым трудно живется на этом свете, на этой земле. Но вы им дали шанс для того, чтобы найти потом свою любовь. Спасибо вам большое за это. Давайте перейдем теперь к Ане. Вы помните первый раз, когда вы ее увидели? Да, конечно. Она с самолета приехала, была ужасно уставшая, вымотанная, но тем не менее, когда я предложила отдохнуть ей, она сказала: нет, я хочу сначала увидеть Гришу и поговорить с ним. Подошла к нему, села около него, но мы, конечно, уже не мешали, дали им пообщаться. Да, конечно, первое время было
настороженность и даже какое-то подозрение, потому что пишут много об аферистах. Да даже нет, это больше боялись как-то из-за того, что все-таки же неординарный человек. Его не каждый может посадить, не каждый подвинуть, там все такое. Ну, то есть подход тоже. А она как-то сразу быстренько к этому все привыкла. Приспособилась. Ну, расскажите нам, какие испытания вы сделали для нее, чтобы проверить, что она не аферистка, приехавшая за органами? Знаете, просто это... У меня даже в мыслях не было думать, что она там аферистка. Просто со всех сторон начали говорить. Это ж ненормально, что здоровая девушка приехала к инвалиду, и вот так она к нему относится, и так вот она себя ведет. Я напрямую ей задавала вопрос, тебе это надо? Она сказала, да, мне это надо. Я нашла того человека, который меня понимает полностью, и я его люблю. Действительно, он мне нужен, и действительно, это то, что я долгое время искала. Вот вы 24 года ухаживаете за инвалидом. Вы знаете, как это непросто, сколько сил это занимает. Вы считаете, у Ани есть эти силы? Она сможет? Я ей задавал этот вопрос, готова ли ты? Она говорит, да, я готова. Ну, раз готова, значит готова. Что же делать? Ну, как я понимаю, вы хотите детей? Да. Очень. Очень хотим. Очень хотим. А я еще больше много хочу. Ну, вы уже продумали, как будет свадьба, где будет, когда, что? Она будет этим летом. Мы планируем этим летом пожениться и обвенчаться. Ну, подругу одну свою ты уже увидела, которая приехала сегодня с двумя детьми прямо... Я так рада, что не здесь. Но вы тоже же первый раз видите Гришу. Так соскучилась. Гришу я сегодня вижу первый раз, но от слов Ани я его знаю с первых дней, как они познакомились. Аню я очень рада сегодня видеть. Анечка, я тебя очень люблю. Ты меня поддержала самые тяжелые моменты моей жизни, и я тебе очень благодарна. И сегодня я пришла тебя поддержать. Спасибо в этот прекрасный вам. День. И желаю вам счастья. И таких же детишек. Надеюсь, что у вас все сложится. Самое главное, не отчаивайтесь, несмотря на трудности. Нет, мы верим. Хороший. Мы верим. Вы тоже, я полагаю, первый раз сегодня Гришу видите? Нет, я его знаю уже много лет, уже 6-7 лет. Угу. К сожалению, живем мы далеко, поэтому общаемся по интернету ежедневно. Но вы поверили в искренность чувств девушки, когда он рассказал про нее? Ну, вначале не очень, потому что как бы я в такие вещи не верю сама по себе. Но когда я увидела, как она вкалывает, как она работает, зарабатывает на билеты, а не на себя, а именно, чтобы увидеть его, я поняла, что тут никакой нету. Подтекста никакого нет. Ну и получается, что ну, семья тебе предстоит зарабатывать деньги? Мы зарабатываем нет, вместе. Работаю. Ты тоже работаешь? Да. Конечно, мы вместе работаем. Билеты покупаю я работаю 2-3 месяца, чтобы купить билеты. Они работают у себя дома. Он меня устроил тоже на работу. Чтобы оставить деньги маме, чтобы собраться в дорогу. Это продажи билетов по интернету? Нет, нет. Как ты работаешь? Как ты зарабатываешь? Как? Сейчас я работаю редактором новостей автомобильных. На автомобильном сайте. Еще у меня есть вторая работа. Я подрабатываю контент-менеджером. И Анюта тоже там я работает. Тоже там. Миша меня научил. То есть у вас вся жизнь практически в интернете. Да. И работа, и личная жизнь. Все и... там. А куда деваться? Александр Сергеевич, вы как член общественной палаты Белгородской области, вот такая семья у вас зародится скоро. Разрешите пожать сначала руку. Да, конечно. Крепкие руки. Ребят, спасибо. На самом деле, то, что происходит сейчас и то, что мы видим, с одной стороны, тяжело было мне смотреть, и сердце бьется до сих пор в груди. Но сейчас, когда видим эту искреннюю любовь, мы понимаем то, что творится в ваших сердцах, мы становимся сильнее. Так это? Да. Ребят, спасибо вам за то, что вы делаете. От лица общественной палаты, от лица молодежного правительства Белгородской области мы... Все возможно, ребят.
То, что мы можем, мы это сделаем. Я не знаю, я не могу на это просто так смотреть. Я очень, как бы, знаком с такими ситуациями. Нет, видно было, что вы сильный мужчина. Когда надо было дернуть диван, вы его унесли. Рекламы. И все надеются. Нет, просто во время рекламы этого никто не видел, да. Как Александр Сергеевич сам лично вынес диван из этой студии. Давайте поаплодируем ему. Вы со мной были, как Ленин несли бревно. Андрюш, есть такой Андрей Скотч, депутат, и у него есть там благотворительный фонд «Поколение». Я сегодня с ним разговаривала, и он тоже сказал, что они ждут вас в этом фонде, они тоже помогут, все, что возможно, от них будет зависеть, они тоже помогут. Я хочу сказать, что у Гриши была маленькая мечта, в такой домофон по дому, чтобы его голос было слышно во всех комнатах, и его услышали. Мы тебе купили эту тоже историю от нашей программы, так что в пределах квартиры тебя будут слышать везде. Сейчас главное, чтобы тебя услышали в пределах страны, понимаете? Давайте мы сейчас сделаем еще одну короткую рекламу. Далее в нашей программе сюрпризы для Ани. Она и не подозревает, что две ее сестры с разных уголков мира прилетели в эту студию. После рекламы. Вы смотрите «Пусть говорят». Сегодня в центре внимания история невероятной любви. Григорию Прутову из Белгорода 24 года. Он даже в мыслях не допускал, что когда-нибудь его мечты о любви, семье и детях могут стать явью. Я всегда думал, что у меня может такой возможности не быть. Если я уйду, от меня ничего не останется, по сути, у меня не было. Фантом. Ты нужна мне. С Анной из далекого казахстанского поселка Иртышск Гриша познакомился в интернете. Девушка сама вышла на него, написала, что увидела его глаза и влюбилась. Григорий долго боялся показать себя в полный рост, но затем рискнул. Аня не скрывает, что сначала для нее это было шоком. А потом, после переписки с Гришей, вдруг перестало иметь значение. Ань, вот ты в том документальном фильме, который мы смотрели в начале программы, рассказываешь, что ты одинока, но ведь у тебя же есть сестры. Есть, но намного старше меня, живут своими семьями. Одна сестра в Германии, одна сестра у меня в Белоруссии. То есть общаемся в Белоруссии. Редко. Сестра в Белоруссии, давайте посмотрим, она передает тебе привет. Посмотрим, как она живет. Внимание. Привет тебе большой из Белоруссии. Поменяла вот я место жительства свое. В поселок приехала. Вот. Дом новый купили. Такой небольшой огород. Картошки немножко посадили. Участок небольшой, но мне хватит. Но сердце мое не приняло сразу. Ну, а теперь я вижу, что ей хорошо. Она расцвела, она полна жизненной энергии. Поэтому, как говорится, плоды общения. Вижу, что хорошо ей. Ну и слава Богу, я ее не осуждаю. Такая у нее судьба, значит. Я думаю, что она со всем этим справится, будет счастлива. Ну вот, сестренка, приглашаю вас на новоселье ко мне. Всех. Ну, Гриш, это еще одна твоя новая родственница, Татьяна. Сколько вы не виделись с Таней, Ань? Ой, наверное, когда я еще совсем маленькая была. Даже не помню. Совсем. Она нам сказала, что 17 лет вы не виделись, но ждет вас в гости. И сегодня сделала сюрприз и прилетела на эту программу. Так что встречай, Татьяна. Я тебя очень люблю, я тебя поддерживаю. Спасибо, Таня. Я приехала вас поддержать. Знакомься с Гришей. Я с Гришей еще не знакома. Здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, вы сначала отговаривали Аню, да? Я знаю, что... Да, я когда узнала, конечно, я не могла принять. Сердце мое не могло принять это. Я ей говорила, что... Ну, я считаю, что муж должен быть здоровым, должен содержать семью, уметь все. Не принимала, но она закрылась от меня. Она перестала общаться со мной. Вот. И в какую секунду вот произошел этот щелчок, когда вы поменяли свою точку зрения? Ну, я просто думала, ну, время покажет. Опять же, я вижу, что глаза светятся, что она счастлива. Поэтому я поменяла свое мнение. Я понимаю Татьяну, потому что любая сестра заботится о своей сестре хочет лучшего, да. Конечно, она хочет, чтобы у нее был здоровый, сильный муж, опора и защита. И поэтому я не обижаюсь, и я всегда понимаю Татьяну. Но хочу сказать, что Таня прилетела не одна. Она прилетела со своей дочкой, то есть твоей племянницей, которую сегодня ты тоже увидишь, Ольга Авдеенко. Давайте знакомиться с ней, она тоже приехала вас поддержать. Ну а Гришу помню. Обнять? Да, не бойся. Надо сначала познакомиться. Очень приятно. Меня зовут. Гриша. Очень приятно. Спасибо тебе за то, что ты даришь ей такую радость. Ей спасибо. Я ее помню просто еще совсем маленькая, когда она рисовала мой портрет карандашом. И мы вместе ходили на речку ловить рыбу. Да. Дома варили сгущенку, хлеб пекли в печке. А клубнику, помнишь? Да, да, да. Просто я очень рада за тебя, что ты нашла счастье и что ты счастлива. Я считаю, что каждый человек достоин и имеет право на счастье. И если ты с ним рядом нашла свое душевное равновесие, то я счастлива за тебя. Спасибо. Оль, ну вы практически ровесницы. А ты вот смогла бы полюбить человека, который не похож на всех? Ну, я бы смогла полюбить, если бы я встретила человека, с которым у меня будет душевное равновесие, с которым мы будем общаться как с родным. Если это родственная душа, то да. Главное, чтобы мне с ним было хорошо и комфортно. Полюбив и душу, полюбишь... Как говорится, и внешнее. Неважно, внешность, да. Главное, что внутри человека. Поэтому любишь человека изнутри. Это так здорово, что вы нашли, что ваши волны совпали. Это так здорово. Наверное, вы этого заслужили. Вы, как никто другой, знаете, сколько терпения, любви и сил нужно посвятить человеку, который сегодня нуждается в поддержке, в помощи. Да, я только 9 лет борюсь за жизнь своего мужа и принимаю это как мой труд, как каждодневная моя работа. Я жена, я его безумно люблю и посвящаю ему жизнь. И я знаю, что как вам придется тоже сложно. И мне я плакать хочу. Потому что это случилось на этой земле. Вы себя встретили вот в полноте любви, понимаете? Это такое счастье. И, конечно, я очень прошу здесь вас, всех присутствующих, кто может помочь. Потому что родятся, если дети, то нужна помощь родителей, мамочки, папочки. Это все очень сложно. Я хочу сказать, что если вам протянутся руки, то тогда можно преодолеть все. Я хочу сказать, что любовь, это любовь. Это вы не подвиг совершаете. Вы совершаете настоящую жизнь. Дай вам Бог счастья. Самого большого. А это будет труд. Сергей, а для вас эта история? Ну, на самом деле, я смотрю на этих молодых людей и вспоминаю пару, которую знакомая моей семьи. Он тоже инвалид-колясочник. И тоже, когда они поженились, ему было 40. Девушке было 23. Сейчас, ну, уже возраст. У них 9 детей. Здоровых. Вот. Уже внуки. Вот.
Поэтому, ребят, правда, вот совет да любовь, дай бог, чтобы все было хорошо, чтобы дети появились, потому что Григорий настолько сильный человек, что вот сижу здесь и аж энергия прет, прижимает в кресло, вжимает. Правда, молодец. Дай бог. Ну, у Ани есть еще одна сестра, которая живет в Германии. Привет от нее из города Рейд. Анечка, Гриша, я твоя сестра Анжела и наши дети. Матиас, Кристина и Тобиас. Это наш маленький сад. Здесь у нас растут цветы. Вообще мы работаем с большим удовольствием в саду и хотим здесь очень многое изменить. У нас будет ручеек, дорожка будет у нас новая, цветов у нас будет побольше. Я покажу вам с удовольствием свой дом. Так, это моя кухня, где я готовлю наши обеды, ужины, завтраки. Наш зал, где мы также с большим удовольствием сидим всей большой семьей, смотрим телевизор. И мы смотрим еще русские фильмы, русский бизнес. Наш любимый фильм. Я бы, конечно, очень была рада, если бы они здесь были. Насколько я ее помню, но она была такая молчаливая, такая серьезная была очень. Когда она с Гришей познакомилась, она более женственная стала. Она искала всегда такого человека, чтобы он ее понимал хорошо. Я считаю, что она нашла его. Я его приняла таким, какой он есть. И я его очень полюбила. И я надеюсь, что он сделает мою сестру счастливой. Я надеюсь, что летом у них будет свадьба. Я, конечно, хотела бы очень съездить. Да, я им обещала, что я приеду, я попытаюсь держать свое слово. Потому что это такое событие, я не хочу его пропускать. Аня и Гриша, приезжайте к нам в гости. Мы вас ждем. Ну что, собираетесь? Ну что, ты думаешь, Анжела приехала сегодня или нет? Я думаю, что да. И после рекламы состоится ваша встреча. Не переключайся. Вы смотрите «Пусть говорят». Невероятная любовь к тему программы. Сегодня в центре внимания история Григория Прутова из города Белгорода. Ему 24 года. Он даже в мыслях не допускал, что когда-нибудь сможет найти свою любовь. Но несколько лет назад в интернете он познакомился с девушкой Аней из Казахстана. Сегодня в студии они у нас встретились. И сегодня настоящий вечер сюрпризов для Григория и для Ани. До ухода на рекламу Аня почувствовала, что ее родная сестра из Германии, которую она не видела 12 лет, прилетела на эту программу. И сейчас эта встреча состоится. Встречаем Анжелу. Здравствуйте. Вам спасибо, что пришли. Подарок. Какая образовалась целая большая семья. Да. Одна награда. Здравствуйте. Ну что, три сестры собрала ты здесь сегодня вместе. Ну, Анжел, что с немецкой пунктуальностью вы скажете Грише? С немецкой пунктуальностью я скажу, что немцы вообще не пунктуальны. Я очень рада, что все получилось, что получилось приехать. Ну что скажете Грише? Грише? Не, я хочу, чтобы он сделал мою сестру счастливой. Да. И я думаю, что он сделает ее счастливой, потому что они так дополняют друг друга. Она только о нем и говорила. Вот эти вот 2 года.
только о нем. Я думаю, что она может на него во всем положиться. Так, Гриш, ну родители уже здесь, сестры здесь. Ты делал предложение по интернету, поэтому мы требуем предложение вот здесь, в студии. Давай, Гриша, давай, не стесняйся. К сожалению, на одно колено встать не могу. Я могу встать на колено? Нет, не надо. Аниша, я тебя очень люблю. Хоть тебе делал уже предложение по скайпу. Это было так банально и красиво. Тебя очень люблю. Выходи за меня замуж. Конечно. Аня, Гриша, мне кажется, в этой студии сегодня настоящая атмосфера любви, которая переполняет все Останкино. И это благодаря, безусловно, Гриш, твоим родителям, которые не бросили и не оставили тебя. Но я хочу сделать счастливым еще одного маленького-маленького человечка из Калининграда. Его зовут Павлик. Он родился 2 месяца назад, и из-за маленького дефекта на руке его родители от него отказались. Давайте посмотрим на Павлика. Хороший мальчик. Он уже улыбается. Ему здесь нравится у нас. Все его любят. Пашенька у нас прекрасно кушает, любит купаться, любит гулять. Пашенька прибавил у нас уже 300 грамм за ту неделю, которую он у нас находится. Он очень общительный мальчик, любит улыбаться, любит общаться со своими сверстниками. Мне кажется, что Гриша обрел то счастье, которое он есть сегодня, только потому, что от него не отказались мама и папа. А от Павлика отказались из-за вот совершенно маленького дефекта на его руке. И сегодня на эту программу приехал Иван Александрович Марчук, главный врач Калининградского регионального перинатального центра. Давайте пригласим его. Он расскажет, из какой семьи Павлик, и что действительно мы сегодня все можем тоже сделать его счастливыми. Встречаем. Расскажите нам про Павлика, про его семью и когда он родился. Павлик родился у нас в нашем региональном перинатальном центре 10 апреля. Это ребенок желанный, был желанный в этой семье. Первая беременность, первые роды. Но когда Павлик родился, мы только тогда увидели, что у него есть порог развития. Это недоразвитие правой руки. Это было неожиданным и для нас, и для мамы. Но когда мы потом стали анализировать эту ситуацию, то поняли, что Паша не показывал эту руку ни на одном УЗИ, а было сделано 5 ультразвуковых исследований. Он просто не показывал, не хотел ее показывать. Наверное, не зря. И вот когда он родился, родители физически, физиологически нормальные люди, здоровая, полноценная семья в браке, они приняли решение отказаться. Для нас это тоже было неожиданностью. Это решение было принято на семейном совете вместе с бабушками и дедушками. И сколько мы не разговаривали с родителями и с мамой, они твердили одно – мы не потянем. Мы не потянем это лечение. Мы им объясняли, что мы приложим все усилия для того, чтобы курировать Пашу для его лечения. К нашему предложению прислушались и правительство нашей Калининградской области, министр социального обеспечения Анжелика Майстер, губернатор нашей области Николай Николаевич Цуканов. И они внимательно относились к его судьбе. Но, к сожалению, родители приняли такое решение. Не мне их судить. Пусть их судит жизнь и Бог. Но как можно отказываться от детей, я не понимаю.
Я думаю, что Татьяна Алексеевна тоже сейчас не может это понять, вырастив сына. Но мне кажется, что сегодня, показав Пашу и обратившись к россиянам, которые, у которых, я уверен, доброе большое сердце, и те, кто хотят взять Пашу в семью, могут позвонить нам сюда в редакцию по телефону, который они видят сейчас на экране, а потом мы передадим все звонки вам, да, и вы уже тогда выберете тех настоящих родителей, которые вырастят из него настоящего взрослого человека. Спасибо, Андрей, это действительно здорово. Я думаю, что Пашка заслужил выбрать настоящих родителей. Он, безусловно, заслужил любовь. Андрей, знаете, ну, ведь он же ходить может. Он вполне здоровый ребеночек. У него умные глаза. За что от него отказываться? Пусть даже одного пальчика нету, что он уже человек получается. Оставили все. Но я уверен, что все-таки в мире добрых людей больше, чем плохих. Конечно. Поэтому мы все вместе просто будем следить за судьбой Павлика и надеемся, что вы позвоните нам и напишите, когда у вас будет прибавление в семье. Берегите себя и своих близких. Хорошего вечера. До свидания.